Здравствуйте. Мужчина, простите, а не угостите даму сигареткой? Пожалуйста. Благодарю вас, вы очень любезны. Скучаете? Не желаете немного отдохнуть и развлечься? С вами? В каком смысле? В смысле провести незабываемую ночь в приятной компании. Причем так, чтобы небо в алмазах. Вы меня понимаете? Ну, кажется, да, но вы как-то совсем не похож на... И потом сейчас же день. Ничего, а мы задернем шторы и выключим свет. Будьте смелее. Ну, я, собственно... Извините, а сколько это будет стоить? Это разговор. 300. 300? Да. Рублей? Да. Ну, нормально. Очень бюджетно. Нормально. Очень. 300. У меня всего 200. Да? А может, все-таки есть еще? Не, ну возьмите 200. Я возьму 300 все-таки. Спасибо большое. И что, правда будет небо в алмазах? Можете не сомневаться. Я победительница конкурса, лучшая по профессии. Ну, пойдем. Чего мы ждем? Ну, сейчас еще двоих-троих подождем и поедем. Так, ты что, мы будем не одни, что ли? А вы хотели за 300 рублей небо в алмазах индивидуально, да? Сейчас. Вот там за углом автобус поджидает. Постойте там. Внимание, граждане, записавшиеся на экскурсию в планетарий, собираемся у автобуса. Повторяю.